Как и положено флагману, смартфон Lenovo Vibe Z2 Pro сочетает мощную техническую платформу и стильный внешний вид. Монолитный корпус устройства и клавиши управления выполнены из металла. Задняя поверхность получила фактуру грубой шлифовки. Единственным съемным элементом является лоток для двух сим-карт формата microSIM. Девайс оснащен 6-дюймовой IPS-матрицей с внушительным разрешением 2560 на 1440 пикселей и плотностью 490 ppi. Толщина рамок всего 3 мм, а сам экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Аппаратная база построена на 4-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 801 и 3 ГБ оперативной памяти. Основная камера оборудована 16-мегапиксельным модулем с системой оптической стабилизации и двойной LED-вспышкой. Помимо снимков приличного качества, пользователю доступен большой выбор спецэффектов и запись видео в 4К. Емкость внутреннего накопителя 32 ГБ, из которых свободно около 25. Lenovo K920 Vibe Z2 Pro понравится любителям смартфонов с большим экраном и хорошей производительностью.